Смотрите, раз Витя, она у меня сама приходит. Толкай, Макс. Да ты меня толкай, толкай, не шлепай. Вот, еще. Видишь? Съехал. Как защита. Раз, видишь, наклон. И смотри, я плоскость выстроил. Вот за счет маятника я что, повернул плечи. А руками создал преграду. Видишь, и мнимая опора. Вот она возникает. И я здесь тебе, и здесь могу атаковать. Понятно? То есть вот это движение, оно не вот так выглядит, а именно скручивание. Раз, и вот у меня защита где. Запомнили? Еще 10 раз. Голова прямая, спина прямая. Тело скручивается вокруг позвоночника.